Dank rein. Es geht kaum. Опа! Зашло, космонавты. Танчи во мэй. Хайо. Цинцинь. Химия одна, да? Сейчас я понимаю. Анан. Танчи во мэй. Хайо цинь. Ици цян дэй. Халун. Натурпродукт. Дарыся, вот. Смотри, как у нас Борис Евгеньевич наворачивает. Анан. Танчи во мэй. Хайо цинь цинь цян дэй. Халун. Фу! Дэни. Фу! Что такое фу? Ба. Нет. Боря, что такое фо? Фо! Может, фотик? А? Фотик. Чик-чик-чик. Я не знаю. Фо, форточку открыть, а? Может, вот, это, фонарик, а? Какой день, какой хуалэ? Танэши вон кайбо, дзинзинэ дзягэ. Боря, у меня два вопроса. Что такое фо? Анан. И если у тебя анан? Сейчас все узнаю. Борис! У нас есть анан. Где у нас бананы? Есть у нас банан? Бананы, ну, посмотри в холодильнике, ну прошу, посмотри в холодильник. Ты меня слышишь вообще или нет? Ну-ка, вылазь оттуда. На, держи своего. Жень, ну я тебя прошу, ну помоги. Куда я тебя дену? В лес их унесу, что ли? Давай, держи. Борщика, на. На, возьми фо. На, держи фо. Ах, вот оно что, а. Яблонька от яблони недалеко упала, да? Ты меня слышишь вообще или нет? Я тебя слышу. Я в Новый год прихожу к тебе в гости и вожусь с двумя детьми. Ты не хочешь мне помочь? Мне своего вот так. Подожди. Нет! Ты нормальный человек, а ты что делаешь? Ну мне же звонить должны. Арина ребенка. 2,5 года катра готовил. Ну я же для него стараюсь. Ты думаешь, он знает, в каких памперсах ходит? За 200 рублей или за 700? Телефон у тебя какой, старый? Да ему отец только все, нужен, подожди. Понимаешь? Телефон у тебя. Чтобы папа его любил. Телефон есть? Куда ты пошел? Я в магазин. В какой магазин? Я за телефоном. За каким телефоном? Псих! Новым годом, крошка! С Новым годом! Эй-яй-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселее!